Побега одна ебала. Сюда-то рано. Я живу прямо рядом возле электростанции Рыгничев. Все горит на два четких взрыва. Но прям было слышно заебись, хоть баба его как хуярила. Раз, два. Смотри, что происходит у нас тут. Бать, заправочная станция, не заправочная, перевалочная станция Лукойл, нахуй, Кардымова, блядь. О, въебало, блядь. Прям пиздец. Ох, ебаться, вот это вещи, нахуй. Вот это прям пиздец. А, вон там нефтика догорает. А здесь Лукойл, еще не все въебало, блядь. И вот это, блядь, не весело, прям пиздец. Нефтика немножко похуже горит, а вот Лукойл, блядь, горит охуетительно, блядь. Прям кто-то уебал нехило, блядь. Уже 8 взрывов, нахуй.